Мы дожидаемся Наталью Олеговну. Не только. Не только. Да, я вижу, нам подходят наши участники драгоценной команды. Я бы даже сказал, подбегают. Подбегают, да, очень торопясь. Это значит о том, что все присутствующие на этой сцене, как минимум, счастливы находиться сейчас на этой сцене в таком замечательном составе. Наша драгоценная команда. Вот вроде бы уже статусы очень такие солидные, серьезные, а все равно ведь все назад, стараются куда-нибудь назад уйти. Всей дружной командой на авансцену! Здесь сейчас присутствует ваша команда. В этом зале сидят ваши люди. И я очень уверен в том, да, помашите своим командам, поприветствуйте их, команды, поприветствуйте их в ответ. Я надеюсь и уверен я в том, что ваши навыки, ваши лидерские качества, ваши навыки наставников обязательно принесут вам еще и одного директора из этого зрительного зала. Вы с этим согласны? И слышу еще раз, драгоценная команда, согласны? Растем до директоров! И выше растем! Да бриллианты говорят, меньше нет смысла. Ну что ж, вы уже заметили, что компания вышла на новый уровень. И сейчас она стала совершенно другой. Элегантной, утонченной красавицей. Сколько много она уже смогла для вас сделать. И сколько она еще сделает впереди. И сейчас у сидящих здесь в зале есть возможность загадать самое сокровенное желание. Когда такие лидеры на сцене, то ваши желания будут исполняться. И вы в нашей компании, в нашей команде будете вместе с нами в ближайшее время, я думаю, уже на этой сцене. И мне приятно сообщить, что наша компания вышла на новый этап и стала новой, модной для тебя. Быть красивым.
всегда фабрилик. Стильная история. До новых встреч, фамилии, новые модные!